До старта нового футбольного сезона ФНЛ считанные дни. К нему усиленно готовятся подмосковные «Химки». Болельщики клуба в напряжении. Как проявят себя игроки в течение следующих месяцев? На зимний перерыв команда ушла в статусе самой забивающей команды лиги, закончив игровой период на третьей строчке турнирной таблицы и отставая от лидеров всего на 2 очка. Но за время перерыва в клубе произошли изменения. На смену вышедшего в отставку Андрея Талалаева пришел новый главный тренер. Экс-игрок сборных СССР и России Сергей Юран уже руководил «Химками» в 2008 году, а до этого момента возглавлял другой подмосковный клуб – «Зоркий», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ. Сейчас внимание фанатов приковано к тренеру, сможет ли Юран удержать высокую планку. Но, по словам тренерского штаба, у болельщиков нет причин для беспокойства. Быстро нашли взаимопонимание с игроками и задачи, и цели. Я объяснил, что я человек амбициозный, максималист в жизни, как и в спорте, так и в жизни, поэтому у меня только победы должны быть. Поэтому цели однозначно побеждать в каждой игре. Перед первыми играми произошли изменения и в составе команды. Из нее ушли Александр Филин, Андрей Мендель, Валерий Почевалин и Равиль Нетфулин. Состав главной команды в межсезонье пополнили футболисты молодежного состава. Воспитанник спортивной школы «Химки» Никита Польщиков подписал первый профессиональный контракт с клубом. Как говорят сами футболисты, новички успешно влились в команду, а «Химки» полностью готовы к играм и начинают сезон с уверенностью в собственных силах. Немало этому способствовал кубок ФНЛ, который ребята недавно привезли из Турции. В заключительном матче с Тамбовым команде удалось забить 7 голов. Выходили в финал только с одной мыслью, что нужно побеждать. И да, так получилось, что забили много голов, но для нас особого значения это не имеет, потому что выиграли бы 1-0, а так забили немножко больше голов, но я думаю, это для уверенности это хорошо будет. Я думаю, в дальнейшем это поможет. Первый матч сезона состоится 5 марта. «Химки» сразятся на домашнем поле с московским «Торпедо» в четвертьфинале Олимпкубка России. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости «Химки ТВ».